Чё твори, бро? Меня зовут Сергей Унизи, бро! Сразу же, просто сразу же бери, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду! Ведь придет время, и Суприм-банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! Так что, бро, решай, либо быть с нами, либо быть под нами, под нашей крутой бандой! А наша банда растет с каждым днем. И сегодня, это третья часть тому, как я хочу испугаться! Как я заметил, вам довольно неплохо зашли простые две части, где я пугаюсь со страшилки! Я решил снова испугаться. И сегодня у нас супер видео, бра! Никогда не запускай или же не скачивай Майнкрафт! И это всего лишь моя реакция, это на самом деле не мои видео. Давайте посмотрим первое видео. Никогда не запускай эту версию с Райнкрафт. С Райнкрафт. Майнкрафт. Давайте. Для полного погружения в видео данный ролик рекомендуем смотреть в наушниках. Я как будто в воду глядел. Гребаный экстрасекс. Я специально надел наушники, я знал, что он это скажет. Так бы я его вообще не услышал, но я специально надел наушники, специально. Поздним вечером я лег в кровать и пытался уснуть. А ты стрёмный в жизни? Неожиданно мне пришло сообщение в телефон. Я решил посмотреть, кто мне мог написать так поздно. Мне обычно поздно пишет либо мама, либо я уже лег спать, либо собака говорит, что хочет кушать. Пора бы уже покормить. Месяц бедный голодает. Сообщение было от моего старого друга. Везет тебе, у тебя хотя бы друзья есть. Пал пару лет назад при загадочных обстоятельствах. Дрожь пробежала по моему телу. Но я все-таки решил прочитать сообщение. О мой бог, это самая большая ошибка. Ведь никогда не нужно читать сообщения те, которые пишут умершие друзья. Они хотят тебя забрать к себе. Славик, привет. Лови ссылку. Так как я очень люблю игру Майнкрафт, я решил перейти по ссылке друга. У меня есть 14 жизней. Чтобы не испугаться. Если я испугаюсь, то у меня уберется одна жизнь. У тебя 0, ты уже проиграл. Что ж, продолжай смотреть. Недолго думаю, я запустил установку. Минус одна жизнь, уже осталось 13 жизней. Я на волоске. Неожиданно. Стоп, там на фоне я, смотрите, это же я. Я подумал, что это просто перебои со светом и не придал этому инциденту должного значения. После автоматически... Майнкрафт XL! Это как Sonic XL! Скибида! После перезагрузки компьютера я обнаружил, что мои обои изменились. Да ладно. Фон стал абсолютно черным. Не, там какие-то красная сетка, зеленая сетка, дальтоник. Он был похож Господи, на значок. Хорошо, что... Господи, хорошо, что он показал это стрелкой. А то бы я бы не увидел этот значок. Стрелки решают. Смотри сюда, стрелка туда, сюда. Тут... Мне стало немного страшно, но я решил нажать на значок и запустить программу. Господи, это же кровь! Это реальная кровь! Но мое любопытство перебороло страх. Я нажал на кнопку. Скачать! А нет, запустить игру. Блин, не угадал! Ух ты, йоу! Я сразу оказался в игре, даже не выбрав карту. Открыв его, я увидел полезные предметы и телефон. Телефон! Майнкрафт, телефон! А что если это телефон из ада, о котором я делал? Телефон из ада! Это насколько жутко! Помнишь меня? Я тебя никогда не забывал. На этом связь прекратилась. В игре резко стемнело, и я отправился на поиски ночлега. Я услышал шаги позади себя, но обернувшись, никого не обнаружил. Шаги становились все ближе. Шаги ближе. Надо вооружиться. Когда я вооружен, мне не страшно. Скажи! Через несколько минут я устал и остановился, чтобы передохнуть. Зря он остановился. Ведь его теперь поймают. Ведь его поймают и все. Его убьют. Я не хотел, я пытался это сгладить. Но я могу только лишь сказать напрямую. Его убьют. Очнулся я возле дома, который был очень похож на дом моего пропавшего друга в реальном мире. Погоди. Стоп. То есть ты хочешь сказать, у твоего друга был сделан... Дом из засохшей лавы, а вокруг двери стояли факела? Чё ты пиздец? Беники, ели вареники, раз, два, три, будешь ты. Итак, хватит смотреть эту бред. Это все равно все неправда. Мне нужно посмотреть следующую часть. Никогда не сочивай этот Майнкрафт. Майнкрафт тебе. Айоу, people с Ютуба. Айоу, человек с интернета. С вами, как всегда, Evil Sight. Скайт. Инстаграм, личико здесь. Сейчас мы посмотрим, как выглядят ваши любимые крипипастеры. Один уже с ума сошел. Не будем тыкать пальцами. Мы вернемся все к его личику. Посмотрим, что он здесь рассказывает.
Братишка, не забывай прожать свой лайк и подписаться на канал, если ты еще не подписан. А так... Я не хочу. Дед. Шоколадка! На неожиданно в квартире отключили свет. Я ничего лампочка, не подозревал. Лампочка, это солнышко с моего подвала стопать. Так вот, кто у меня украл лампочку. Ах ты, ты украл лампочку для своего гребаного никому не нужного видео. Вот это ты, конечно, попал. Вроде это бы вот... все исправно работало. Почему он в маске? Он что, болен? И в наушниках послышался чей-то голос. Его голове есть голосы. Да у него там целый, блин, букет. Ведь пропали все мои программы и приложения. Но посмотрев на верхний левый угол... Рип Майнкрафт. Рип Майнкрафт. Давайте будем честны. То, что какой-то чувак придумал дед-версию всяких игр, типа дед Майнкрафт. Я же придумал свои версии игр. Рип Майнкрафт или рип другие игры. У нас здесь два чела, которые короче, которые сделали эту рубрику более продвинутой. Один придумал ее, сделав дед-версии, а другой немножко продвинул ее, сделав рип-версии. И когда вы видите дед или рип-версию, дед это значит... Он взял того чувака, который придумал эту штуку, вот этот вот формат. А рип-версия это те чуваки, которые, блин, смотрят меня! Посыл в описании оставил на моё видео, бляха-муха. Долго смотрев на него... Если у тебя был черный экран, то у тебя большие проблемы, братан! Этот голос... Открой Майнкрафт! Любопытство взяло ви... Все раскопка тех теорий. Майнкрафт является первоначателем всех этих страшных... Ну-ка, является началом всех этих страшных историй. А что если создатель Майнкрафта Ночь все это уже знал заранее? И он специально добавил тут... А там же еще есть Херобрин. Оказывается, первоначателем Крипипаст есть Майнкрафт. Кто бы мог подумать? Ведь ничего нового я не заметил. Нажав на одиночную игру... Сменилась. Игра сменилась. Она стала кроваво-красная. Я услышал чей-то смех. Как будто кто-то за мной следит. Я по жизни живу с этим. Как будто кто-то за мной следит. Ой-бог, это мультик, ребята, мультик! Мультики, моя жизнь! С мультиком как-то неинтересно смотреть. Был бы это обычный Майнкрафт, я бы обосрался от страха. Что ж, теперь, собственно, мы перейдем к первооткрывателю этой рубрики. Никогда не скачай эту версию Майнкрафт. Для полного погружения данный ролик советую смотреть в наушниках. И чтобы скрыть, ты знал, но загрузка дале я его вверх. Все было в жутких красных. Мир либо игра. Мы только что быстро посмотрели всю эту страшилку. И кажется, я успел испугаться. А что если он умрет? Я же не выдержу этого, если он умрет. Господи, живы! И увидел жуткую картину. Он открыл дверь. Также на камне лежала книга. Я открыл сегодня ее и глаза бросил. Ты умрешь. Самое страшное, что только мог я прочитать. Сегодня ты обкакаешься. Сегодня ты не дойдешь до туалета. Сегодня ты упадешь с кровати. Сегодня ты умрешь. Это закрыв очень страшно. Книгу, не поверив прочитанное, я решил смотреть эту пещеру. Меня хватит. Я больше не выдержу этого смотреть. Все. Сгинь. Окей, бро. Я продолжу это делать в следующих сериях, если, конечно, эта серия наберет 14 лайков, и я делаю вторую серию. С тобой бы, Сергионис, и бро, поставь лайк, ведь тебе это всего-то каких-то 2 секунды. А мне, бро, очень приятно. Тебе всего-то 2 секунды, а я кайфую. И, бро, подписывайся на мой инстаграм, ссылка в описании. Оставлю специально для тебя, ведь там ходят крутые и страшные фотографии. Поэтому, бро, если ты не боишься, то переходи по ссылке в описании и смотри. Ну, если ты боишься, то лучше, конечно же, пиши мне в директ, и мы с тобой обязательно пообщаемся. Да-да, бро, и всех тысяч человек я отвечу именно тебе. И, бро, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм-банду. Ведь придет время, суприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Так что, бро, решай, либо быть с нами, либо быть под нами, под всей суприм-бандой. И, бро,
Вот, комменты из-под прошлого видео. Ты тоже по следующее видео всего, то что тебе стоит нажать на лайк, колокольчик, а затем просто написать свой царский комментарий. И ты уже следующее видео. Как видишь, бро, ребята попали, и их увидела вся Supreme банда. Ты тоже смотришь по следующее видео. Всего то, что тебе нужно, это нажать на лайк, колокольчик, а затем написать свой царский комментарий. Конечно, если по твоим комментам не будет никаких комментов, тогда ты будешь следующее видео. Поэтому, бро, лучше напиши несколько комментариев. Пару тысяч, это точно поможет. Представь, ты пишешь пару тысяч комментариев, и все комменты будут забиты лишь тобой. Все комменты забиты одним человеком, поэтому, бро, пиши комментарий и оставайся таким же шикарным. Пока!